Здесь вот штаб, как я понял. Три часа ночи мы подъехали в Шымкент. Пока добрались до мечети, которая находится рядом с Бекжан-Базар, самая большая мечеть в городе. Там был штаб, самый большой штаб по приему вот людей. А там было около 200 человек, наверное, да, в мечети. После этого люди нам сказали, что многие в этот Ахмешит приезжали эвакуированные. И Ахмешита развозили в разные ближайшие школы. Сказали, что практически во всех школах города развернуты штабы по приему эвакуированных. Мы пошли в три из них, 26-ю, 50-ю и 53-ю. Там было 107, 104, свыше 100 человек в каждом из них. Сказали, что место рассчитано на 200 человек, получается, половина забита, половина пустые, то есть еще могут принять людей эвакуировано. Еще один важный факт, в 3 часа ночи, когда мы подъезжали к Шымкенту, было очень много машин, которые на выезде из Шымкента стояли у обочины. Там прям колонна, но не дойдя 100 километров до Шымкента, прям начиналась эта колонна, так, через каждые 100 метров, 50 метров, да, не знаю, наверное, больше 500 машин, наверное. И выезжали все из Шымкента, но они жители не Шымкента, а близлежащих поселков Шымкента. Это же утром было. Он как баллон. Завтракали, наверное, на улице сидели. Если бы он взорвался, то бы ничего не осталось. Альвернатор. Вот там горит. Слушай, там горит. Огонь горит. Да. Вот тут меняется. Уже входили? Да. Потерпите, все будет нормально. Я беру все эти вопросы под свой личный контроль. Спасибо вам большое. Машина секрет от ударной.
Отырған кезде позвоночник. Позвоночник, да? Я компрессионный перелом. Қанша уақыт керек ем? Жоқ, ертең тұрсам, жаңа технологиямыз бар, бар нейрохирургтар бар көр, фиксация жасаймыз. Ешқандай проблема жоқ. Бәрі жақсы болады. Алаңдамаңыз, жыламаңыз. Шыдау керек. Иә, шыдау керек. Жазымды. Тиісті қаражаттың бәрін береміз. Жақсы, ем болсын. Сау болыңыз. За 10 километров до Арыся было блокпост. Пропускали только служебные спецмашины, пожарные, ЧС и так далее. Нас тоже через 5 минут пропустили. В городе было практически пусто. Ходили только 5-6-10 машин всяких спецслужб легковых. Мы около полтора часа здесь пробыли и заметили, что начали гражданские на машинах приезжать. Одну женщину мы поймали, которая сказала, что через блокпост в наглую они прорвались с мужем, так как вчера утром, когда она выбегала, она босиком детей вывозила из города пешком. Как минимум 20 километров мы пешком прошли, в горле пересохло, машины останавливали, просили хотя бы глоток воды дать, но никто не останавливался, плакала, это рассказывала, да. Ни от кого помощи не было. И то, что сейчас дети находятся в Шымкенте, в одном из школ вот этих вот, и у них нет вещей, поэтому она пришла сюда за вещами. 9:30, да, ровно. Когда мы по городу объезжали, снимали, каждый второй дом разбит, окна разбиты. Но они разбиты не от осколка, а от ударной волны.